Еще раз привет. Итак, друзья мои, мы с вами на рыбацком поселке. Честно говорю, я не собирался сюда приходить. Думал, что я вот сравнительно недавно здесь был. И как бы, ну чего повторяться-то. Но потом там из-за заборчика услышал шум моря. И понял, что если я сюда сейчас не приду, то я лошарами катаю. Я ни капельки не пожалел, сейчас я вижу море. Сегодня у него тоже странный цвет в лучах солнца. И есть шторм, классный шторм, ребята, классный, конкретно классный шторм. А? Как вам картинка? И вы уже точно знаете, куда я поеду. Сейчас немножко тут поснимаю. Ну просто это действительно... Айвазовск до 9 вала, конечно, не дотягивает, но смотрите, какие барашки. Ух, я ближе подойду. Вот это красота. К сожалению, не вижу ни одной антенны. Я знаю, что здесь плохой сигнал. С радостью бы показал вам прямой эфир. Ну а вот кто хотел чайку, пожалуйста, смотрите. Вот она, ваша чайка. Здесь вы будете выходить, любоваться. Сейчас все внимание морю. Обалденная картинка, очень красиво. Вижу отсюда четко Суворова 16, вижу Хвойную 1 и, естественно, Сочинское шоссе 18, Орешник. Пожалуйста, друзья мои. Но все это меркнет в волнах Черного моря. Кстати, я знаю, многие любят фотографироваться на фоне волн. И вот нужно подобрать такой момент, когда вот волна еще не разбрызгивается, а только закручивается. И пока-то еще сухой. Я видел такие кадры. Прикольно, очень красиво. Но сделать их не так-то просто. Буквально сегодня мы видели ролик про фламинго. Сейчас я поеду туда обратно. Возможно, даже выйду в эфир. Но тогда ролик про фламинго вы увидите чуть-чуть попозже. Через денек-два. Ну, не каждый же день выкладывать видео и ролик. В принципе, вы их и так увидите попозже. Раньше у меня все равно не получается. Носка у меня с собой нет, надеть на телефон, чтобы звук был хороший, так что уж извините. Просто любуйтесь. На глубине моря бирюзовое, у берега уже немножечко подмешался песочек. Ох, будет как красиво на фламинго.
Я иду в сторону реки. Тут всегда волны необыкновенно красивые почему-то. Ладно, идемте к реке. Я понимаю, что вам, наверное, меня не слышно, поэтому смотрите и любуйтесь просто красотой. Тут классно. Идемте. А вот, кстати, справа, вот, пожалуйста, вам река. Тихая, спокойная. Колесо обозрения, опять поселок. Ну, в принципе, вы сами уже все знаете. Я уже здесь бродил, ходил. Да, конечно, когда солнышко, картинка совсем другая. И очень жаль, что у меня не получится сделать вам прямую трансляцию именно здесь. Ну ничего, на фламинго будет вообще круто. Похоже.
уже опять кончилось время, я иду болтаю. Так, друзья мои, я вот как раз в том месте, не знаю, видели вы предыдущий момент или нет, где речка встречается с морем. Вот там вот пляж Багратион. А здесь у нас обалденные волны, красивые. И очень даже сильные. Кстати, вывезла на берег на панчика. Сейчас попробую подойти и показать вам. Я не буду рисковать своим телефоном, хватит. Такой шторм его может легко унести. Ну а сейчас я направляюсь обратно к автомобилю. Поеду на пляж Фламинго. Куртка у меня с собой. Это уже неотъемлемая часть моего автомобиля. Куртка осенняя, зимняя, весенняя. Ну и телефон, конечно. Ладно, друзья мои, включусь уже там, на пляже Чайка. Хотя мы и так на пляже Чайка, но там будет уже ближе. Так, я уже на территории пляжа. Уже даже вытащили катамараны. Скоро все начнется. Пляж огромный, просторный, места хватит всем. Все вот той вот Сочинскому шоссе. Маяков. Кстати, вон там маяк на самой вершине видно. Даже с Хвойной могут сюда приходить, вот оттуда. Ну посмотрите, сейчас я остановлюсь, какая красота все-таки, а. Там улица Хвойная, Визор. Тут между ними за Рыбацким Сочинское шоссе 8 где-то там в горах. А тут все на свете вместе взятое. Маринская, Сочинская, Маяков. Немножечко приближу. Кто-то может увидеть свой старый дом, где он отдыхал когда-то. Кто-то свой новый дом, где будет отдыхать. Вид, конечно, классный. Но лучше всего море.
Хотя оно мне слегка уже и надуло уши. Я уже в капюшоне, друзья мои. Ладно, направляюсь к машине. Стабилизатор из меня не очень хороший, так что не ругайтесь. Вот наш пляж. Тут главное сейчас на кулочки не нарваться. Они так сливаются с камнями, что легко спотыкаться от них можно. Вот видите, кулочки. Я так понимаю, для зонтика вы убили. На этом всем пока, друзья мои. Привет из Лазаревска. Подписываемся там, ставим лайки, делимся и так далее и тому подобное. Даешь 5000 к концу мая. Вот она, налившая моя морда. Ну, есть немножко такое, обмахнувшее, что делать. Все, всем пока.